Около 10 часов утра на улице Димитрова произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса не справился с управлением, совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП пострадало 3 человека, тяжелых пострадавших нет. В рамках проведенной первоначальной проверки установлено, что водитель покинул свое рабочее место, убежал с места дорожно-транспортного происшествия. В настоящий момент осуществляется розыск водителя. Маршрут принадлежит, эксплуатируется одним из предпринимателей, у которого достаточно большое количество транспортных средств. Однозначно в ближайшее время начнутся проверочные мероприятия в отношении данной организации, которой принадлежит автобус. Значит, в связи с тем, что место ДТП – это открытое место, произошло обледенение дорожного покрытия, дорожной обработки в настоящий момент здесь не было, рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении собственника дороги. Ну, перевозчик это ООО СВТК, работает на этом маршруте, имеется карта маршрута, она находилась в автобусе, значит, в числе тех документов, которые были обнаружены в автобусе. Также мы проверили, что данный перевозчик имеет лицензию, данное транспортное средство внесено в реестр лицензиата. Вот, по первичным данным, таких нарушений в отношении лицензиата перевозчика пока нет, за исключением того, что необходимо будет проверить, как транспортное средство выпускалось на линию, как проходил водитель предрейсовый медицинский осмотр. Олег, нашел?